уважаемые зрители и читатели, информационное агентство «Голос Эй». Я напоминаю, что мы находимся в прямом эфире. Мы находимся в Киеве сегодня. В гостях пресс-центра «Голос Эй». Привет, Сергей Сипенко. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Мой первый вопрос. Дни в обиду будет сказано, ваша львиная доля вашего творчества прошла за пределами Украины. Возможно, в Украине вас знают меньше. В трех, даже в более словах рассказать, с чего начинался ваш творческий путь, потому что у вас довольно интересный. Вы не ударились в попсу. С чего начинали, с чего был, в принципе, ваш творческий путь был проложен? Спасибо большое. Ну, творческий путь началось все с рождения, с моего, как родился, так и начался творческий путь. В принципе, это у всех так началось. Да, совершенно верно. Просто потом расходится у всех по-разному. Если говорить серьезно, то где-то в начале 2000-х годов я был в России, в Мурманске, и оттуда, собственно говоря, какие-то первые наметки профессиональные, вот... Золотого Огневича, украинская тоже с Мурманска. Что ж вас туда заносит? Да. Ну вот судьба. Служили, работали? Нет, просто работал. Да. Работал, там был записан такой демо-акустический альбом. Вот. Потом был Петербург, каким-то людям это показывалось, договаривалось, встречались, созванивались. Кому-то это нравилось, кому-то это не нравилось. Ну, где-то порядка 8 лет я там прожил. В России, в целом в России, потому что был Валдай, была Москва, был Питер, был Мурманск, вот, и, собственно говоря, потом уже приехал сюда, на родину. Ну, российская, питерская, московская публика, она более, знаете, изощрённая. Изощрённая, да, совершенно верно. Угодить очень тяжело, безусловно, очень тяжело. Что вы делали такого, что вы написали? Да ничего, просто какое-то стремление, дикое стремление к тому, чтобы что-то состоялось, какая-то встреча состоялась, что-то кому-то показать. Это, ну, были люди, это были известные, не будем упоминать их имена. И показывать пальцы. Да, и показывать пальцы, совершенно верно. Кстати, кого-то уже нет с нами. Вот, но кому-то что-то нравилось, цепляло, да, если говорить сегодняшним языком, кого-то цепляло, но, собственно говоря, на все воля Божья, и пути Господни неисповедимы, поэтому я пока здесь. А касательно стиля, стиль, который вы выбрали для себя? Стиль, это все течет, все меняется. Опять же, если упоминать 2000 год, это было одно направление, которое меня плотно интересовало. Вот, это, ну, рок-музыка там, да, потом это перетекло в электронную музыку, сейчас я, вот, собственно говоря, и занимаюсь электронной музыкой, что-то там пишем, сочиняем, показываем. То есть, творческий коллектив состоит из... Творческий коллектив состоит, если брать музыкантов, это Андрей Збандут, аранжировщик, композитор, с которым я, собственно, и работаю, это Миша Кургаев, М. Кургаев, диджей наш киевский, вот, и собственно, я, как бы, вот и все. Локомотив, песенный, словесный? Да, это все мое. Музыка, тексты, да, какие-то там гармонические, мелодические партии, все это, как бы, создается, потом приносится аранжировщик, и вместе мы вот рассматриваем, пишем. Ну, а при выборе стиля, это были какие-то терзания, у вас была цель занять незанятую нишу, чтобы не похоже на других? Я просто чувствовал, что это имеет место быть. Это, ну, как бы, без фанатизма, но что-то ведет по жизни просто. Бывали случаи, как бы, разочарования и огорчения и всего остального, но, тем не менее, вот... На сегодняшний день эксперименты все... какие-то были? Ну, эксперименты. Другие стили? Нет, пока не было. Пока это все в процессе, в разработке, в планах, в идеях, в мыслях. Все течет, все меняется, даст Бог, все будет. Ваш, скажем так, украинский. Первый был. А, давайте, значит, да. Первая работа, знаковая какая-то работа была. С Юлией Стришкиной это был проект «Запомнить нас». Угу. Пару лет назад, не помню точно, то ли 10-й, то ли 11-й год. Вот, и заняли первое место. В «Майкастар» был такой конкурс. Заняли первое место. То есть все, вот, как бы, это вдохновляет. Это, безусловно, вдохновляет, это радует. И, собственно говоря, в этом направлении и двигаемся пока. Ну, пока в одиночном плавании. Российский этап. Российский он у вас этап, закончился? Он закончился, российский этап, в 2008 году, ни к чему он не привел.
Вот, это был опыт, прежде всего, опыт общения с людьми, с менее известными, более известными, неважно, но это был опыт и, собственно... То есть, это тоже важно. Насколько я знаю, что вы говорите, что российский там закон в 2008, но что касается, знаете, всего модного, 2009, касательно всего модного, трендового, продвинутого, ну, не будем бежать Киев, во многих вещах отстает на пару лет. То есть, то, что вы показывали 3 года назад, мне так кажется, что в Киеве только сейчас об этом начинают слышать. То есть вы можете стать в этом отношении первопроходцем. Может быть. Или хотя бы первый ряд. Первая ласточка. Может быть, я не спорю, но... А украинский этап, вы на какой период себя здесь видите? Где видите? Кем? Как? И что вы хотите? Чем покорять теперь украинскую публику? Электронная музыка, то чем я сейчас занимаюсь, как бы... Ну, это более, наверное, где-то в сторону транса, может быть, более в электрохаус. Это осмысленные тексты, какие-то такие интересные. Это мелодика, прежде всего, потому что мелодика, я всегда на мелодику обращал внимание. Я генетически, я мелодист такой по природе своей, да. Слух есть. Слух? Есть слух, да, есть слух. Вот, посему будем прорываться на рынок. А такое понятие, как муки творчества, вот вы говорите, вы пишете музыку, пишете слова, муки творчества, знакомы? Муки творчества? Да. Это что, простите, за муки творчества? Ну, текст, сколько вам требуется времени для песни, отдельно взятой для альбома? Нет какого-то определенного шаблона, это всегда происходит по-разному, как и вдохновение, оно появляется ниоткуда и может смотивировать все, что угодно, абсолютно. А вот настроение какое должно при этом? Настроение бывает тоже разное, и грусть, и печаль, и отчаяние, и любовь, и как бы эмоции фонтанируют. Электронная музыка, она должна по идее, быть ритмичной, энергичной, да, значит, да, веселой, да, значит, да, настроение, да, соответственно, да, должно быть веселым. Да. Бывает печаль веселая, динамичная, бывает любовь динамичная, веселая и мелодичная, соответственно. Поэтому там все по-разному. Там очень, я опять же повторяюсь, нет какого-то определенного шаблона, по которому что-то делается, понимаете. Вот это, наверное, одно из качеств творческих людей. Тот российский период вы продвигали сами себя? Конечно. Но, знаете, быть на эстраде без... Продюсер. Продюсер. Сейчас у нас продюсер Валентина Хасанова. Она является и поэтессой. Мы записали несколько композиций. Она пишет тексты. Вот, и, собственно говоря, пока вот она продюсерит этот проект. Что стало причиной, если вы говорите, 8 лет вы обходились без продюсера, теперь он у вас появился. Ну, удача. Это... Удача, видимо, какая-то удача. Все знаки свыше. Все привело к тому, что какая-то доля закономерности есть в этом. Вот, молитвы были услышаны. Да? Вот, ну, опять же, два абсолютно разных человека творческих, по идее, должны писать в разных стилях. У вас есть какие-то точки соприкосновения, которые вы видите? Видение музыки одно и то же у вас разное? Есть, это банальная вещь, но просто цепляют тексты. Цепляют чем-то тексты. Просто читаешь текст, понимаешь, что с этого что-то может разродиться. Более адекватное и вменяемое. Вот и начинаешь кропать там какую-то мелодию. Собственно говоря, очень даже неплохо получается. Потому что отзывы нормальные, отзывы их много, они положительные. В большей степени своей они положительные. Поэтому все хорошо. Все хорошо. Никто этого не занимается. На украинский рынок вы вышли. С чем? Вышли, насколько я помню, с каким-то таким, знаете, шороху, шуму и фурорным навершим видео. Что-то было, что за презентация пальчики, была? Видео пальчики делали презентацию в Турции. Видео пальчики Евгений Ножичкин, режиссер этого видео, снимался там один. Пока. А почему завоевал украинский рынок, презентация клипа вы провели в Турции? Вот так сложилась судьба. Тем более, я уже говорю о том, в каком это разу. Вот так продюсер проекта так решил. С помпой, да, красиво. Красиво, все хорошо. Все понравилось, все замечательно прошло, без шероховатости, без всяких там. Все было отлично. Ну, критика. По велению продюсера. А критика, да, была? Критика. Как вообще к критике относитесь? Не говорю, как именно к этому видео. Конструктивной. Да, критика бывает разная. Адекватная. То есть адекватная конструкция. То есть, если вы видите, что вы согласны? Да, конечно. Ну, совершенства нет на земле, и все мы несовершенны, поэтому у каждого есть свои ошибки, свои какие-то недочеты, недостатки, поэтому тут все
То есть презентация прошла, вы сказали, что вы сейчас сделаны, на большой... Сделаны, да, сделаны какие-то выводы, сделаны какие-то... Орг-выводы. Да. Ну, то есть... Виновные наказаны. Тем более это премьера, это первый клип, это первая, опять же, таки, ласточка, ну... И далее, теперь, на каком этапе своего творчества находитесь в данный момент, над чем работаете, что собираетесь в ближайшее время представить? Сейчас мы планируем еще один трек, где-то, наверное, в начале июля это будет радио «Шарманка», прямой эфир, потом в Черкасском Манхэттене мы сделаем тоже презентацию, может быть, пальчиков еще нового трека, вот, спасибо Володе ЛЦ, там занимается человек этим вопросом, идет навстречу, молодец, вот, ну, все, альбом ближе будет к осени, скорее всего, ближе к осени, да, уже. Осенью, возможно, даже будет альбом. Рабочее название Ferrari Music, поскольку музыка динамичная и соответствует. Знаете, такой полуанекдотический, полушутливый вопрос. Знаете, план на день. Первое – проснуться, первый пункт – проснуться, второй пункт – поработить мир. Какие у вас подобные из двух-трех полупунктов грандиозные планы? Ну, не будем далеко забегать. Ну, планы пока сделать премьеру. Есть идеи снимать снова, опять же, клип. Опять же, для этого выбирается локация, какие-то рассматриваются какие-то любые идеи из коллектива, кто в этом участвует. Будем презентовать, ну, пока трек. Вы позиционировать будете себе как украинский? Да, украинский, да, совершенно верно. То есть не только вы можете работать где угодно, совершенно, но абсолютно. Украину представляете именно Украину. Да, Украину, да. Хорошо, нам пришло достаточно много вопросов, я думаю, что... Много вопросов, люди интересуются. Замечательно. Оказывается, что... А вас много что не знает, видать, много что скрываете. Не знает? Наверное. Ну, сейчас узнает. Сейчас узнает. Первый вопрос из Киева. Ну, это мы уже задали, как начался у вас творческий путь. Были ли у вас кумиры или люди, на чье творчество вы ориентируетесь? Или ориентировались? Я ориентировался всегда на мелодику. То есть жанр как таковой, он имеет всегда второстепенное значение. Для меня имел и имеет второстепенное значение жанра. Вот это всегда была мелодика, это рок-эстетика, это поп-эстетика, неважно. То есть, если там есть мелодика, если она вызывает какую-то химию в теле, понимаете, пупырышки и так далее и тому подобное, от чего качает, что называется, да, если сегодняшним языком это говорить. Вот это вот приоритет для меня лично. Вот. Мелодика. Ну, кумиры, не кумиры. Нет, кумиров, ну, не знаю, нет кумиров. А как не сотвори себе кумира. Ну, в принципе, да. Как началось ваше сотрудничество с Валентиной Хасановой? Ну, я дополнил этот вопрос. Как началось ваше сотрудничество с Валентиной Хасановой? С Валентиной Хасановой это достаточно прозаическая история. Это просто знакомство на одном из сайтов для творческих людей, персонажей. Списались, поговорили, послушали друг друга работы, что-то понравилось, решили сделать какие-то совместные композиции. Это тоже как бы имело место быть, это тоже понравилось, и решили в таком ключе дальше продолжать свою деятельность. И, собственно, сейчас вот она потихоньку двигается. А всегда всегда ли совпадают ваши вкусы и компромисс? Какой до конфликта вообще дело? Ну, бывает, дело до конфликта. Нет, ну какие-то разногласия, безусловно, есть. А как в любой семье, как в любом творческом коллективе, который распадается и так далее, там, ну, дай бог, нас это минует. Вот, но есть разногласия, но есть такое его величество компромисс. И он тоже... Люди умные договорятся? Да, совершенно верно, абсолютно точно. Все хорошо. Вы коммуникабельны? Есть ли у вас друзья? И сократилось ли их число или наоборот возросло в связи с ростом популярности? Я коммуникабельный, это однозначно. Друзья, товарищи, приятели. Ну, друзей как таковых, наверное, нет. Больше приятелей, товарищи. Ну, людей интересует творчество, люди оставляют свои какие-то отзывы, положительные отзывы, то есть им это нравится. Ну а если говорить друзья-приятели, ну, все ли прошли, допустим, проверку вашей популярности, то есть выдержали? Да нет. То есть кто-то отсеялся по пути? Да нет, ну я на этом пути один абсолютно. Это просто люди из других, которые занимаются другой совершенно деятельностью, если говорить о товарищах-приятелях, да. А на этом пути я пока один, и каждый по-своему это воспринимал, то есть мои все какие-то там взлеты и падения, удачи, неудачи, это каждый по-своему. Ну, должен же быть, у каждого человека должен быть ближний круг, семья, ну, близкие, родные, семья обязательно адекватно все воспринимала, помогала, чем могла, там, больше морально,
Иногда даже молчание оно помогает, поэтому со семьей все хорошо. А судя по музыке, которую вы генерируете, напрашивается вопрос, занятие йогой вам знакомо? И откуда берутся сбалансированные мелодии на грани релакса и вечного коктейля? Занятие йогой? Йогой нет. Музыка, говорит, сбалансированная, умиротворяющая. Это кто говорит? Кого-то? Это говорит Андрей Лисовец. Да? Да. Интересно. Ну, может быть, человеку такая, не знаю, может быть, окажется. Не знаю, что даже ответить. Ну, а вы можете свою музыку оценить как сбалансированную, умиротворяющую, наоборот, генерирующую? Она, да, какая-то генерирующая, она активная, она динамичная. Насчет релакса я там сомневаюсь, пока, во всяком случае. Может быть, в перспективе, в будущем там и будут какие-то, какой-то чиллаут. Вот, может быть. Но вот на сегодняшний день это пока динамика. Пока только динамика. Ну, это то, что пишете вы, то, что исполняете. А свободное от работы время? Я всеяден, абсолютно всеяден. Я слушаю все, что в зависимости от настроения, опять же, да. Когда рок, когда классика, когда поп. Все по-разному. Возвращаясь к вопросу о презентации клипа в Анталии, презентация клипа за рубежом – это течение моды, либо была связана с другими обстоятельствами? Это просто удача. Это удача просто. Ну, вот так сложилось, и так сошлись звезды на небе, что сделали презентацию в Турции, в Анталии. Благодаря продюсеру, опять же, Валентине, да, все вот состоялось. Ну, чисто женский вопрос, каково место женщины? Чисто женский? Да. Каково... Да, Лена задала. Каково вот место Лена. Женщины в вашей жизни вообще и в данный момент? Вот в данный место? Момент мое сердце свободно. А место женщины на кухне? Место женщины? Да нет, это такая же кухня. Нет, абсолютно нет. Приоритетное место. Место приоритетное. Место женщина вдохновляет. Женщина, любимая женщина, да, она вдохновляет, она является музой. Ну, то есть вы никогда не будете строить отношения о твое место на кухне, твой праздник 8 марта, нет, нет, все? Нет, нет, абсолютно нет. Я не из того числа людей. А тех девушек? То есть вот, какими качествами мы говорили о человеческих качествах, а теперь спросим о женских. Девушек, качества... изящество, я эстет по природе своей, я люблю все эстетическое. То есть изящество, глазами. Да, стройное все, изящное, красивое. Ну, вот такая природа моя, что делаешь, что не попишешь, ничего не поделаешь. Стремитесь ли вы к совершенству, к мировой славе? И насколько вы амбициозны? Амбициозен, ну, достаточно. Наверное, любой человек стремится как-то, пытается самосовершенствоваться в своих отраслях, в своих там... Я, наверное, не исключение. Я тоже пытаюсь что-то делать, что-то менять, экспериментировать со звуком. То есть, да, амбициозен, достаточно амбициозен, да. Завоевание мировой сцены. Обязательно. А как же без этого? Все пропало. Слегка провокационный вопрос. В ваших песнях прослеживается и Агата Кристи, и «Русский размер». Не станете ли вы отрицать влияние на их творчество? Или мне показалось? Ну, я слушал... Автор вопроса. Да, автор вопроса. Может, показалось, я не знаю. Я опять же говорю, что я повторяюсь, я мелодист, и я слушал много музыки, я слушал много транса, много... каких-то электрохаус и так далее. Я слушал Агату Кристи, я слушал Вячеслава Бутусова. Ну, как все люди, наверное. Мне близок питерский рок. Питерский рок, есть такое понятие, выражение, да. Может быть, что-то есть от этого. А существуют ли у вас авторитеты в вашей команде? Либо вы лидер или авторитарный руководитель. Мы все на равных началах в нашей команде. Но зарплаты у всех качества, разные. Все на равных, но зарплаты разные. Есть качества, за которые просто уважаешь человека, они есть у всех качества, но авторитета как такового нету. А человек не может жить одной музыкой, я думаю, тоже в этом может. Что человек не может? Одной музыкой жить не может человек. Чем вы живете еще? Святым духом. Свободное от работы нет. Чем свободное от работы время занимаетесь? Футбол, рыбалка. Футбол, не, рыбак я не рыбак, не охотник. Я тоже рыбак, не охотник. Да, не охотник, не рыбак. Да какие-то книжки читаю, наверное, какие-то подвижные виды спорта, может быть. Экстремальные. Экстрим я к экстриму как-то не очень люблю. Прыгнуть без парашюта? Не. Господь сказал. Сказать, что вы стыбаетесь? Да, я для этого. Ну, акрофобия. Как? Акрофобия. Да? Ну, я теперь знаю, что у меня.
Вопрос. Мы знаем о том, что в конце мая у вас осталась премьера первого клипа, уже мы говорили, в Турции. Каково ваше личное впечатление было от всего произошедшего? Я уже говорил, мне все понравилось абсолютно. Ну, это было... Не, ну вы знаете, всегда, себя всегда, не похвалить, всегда, всегда лучше себя не похвалит никто. Всегда премьера, это всегда было волнительно, да, эмоционально. Но, тем не менее, все прошло очень гладко, все прошло непринужденно. А что больше всего? Почему вы волнуетесь? Вы 8 лет... Шубизис, вращайте, что в принципе нервный триммер должен пройти уже. Ну, как, все волнуются, все звезды, матерые, не матерые, акулы, киты, все они волнуются. Это нормальная человеческая реакция на волнение. На какую следующую песню у вас будет клип? Мы рассматриваем сейчас этот вопрос, какую следующую песню, пока не утвердили точно. Но... То есть вы говорили, в ближайшее время, я думаю, мы... Поиск локации? Что из себя видите? Что нарисовано? Насчет видео? Да. Насчет видео. Пока, ну нет, пока только ведутся переговоры в команде, выбирается сам трек, какой делать премьеру, на какой трек, на какое видео снимать, на какой трек, где его, в принципе, само видео где снимать. То есть, ну, пока это все в процессе. Вопрос. А, Сергей, вы верите в случай? Оказывались ли вы в нужное время, в нужном месте? Ну да, неоднократно оказывался. Расскажите как, я лично опаздываю. Лично опаздываю? Ну, на шапочный разбор успеваю. Я понял. Случай разбирается. Случай, то, что я познакомился вот с продюсером, это тоже, наверное, удача своего рода. Потому что, ну, без продюсера сейчас в наше время не совсем просто. Но, слава богу, вот получилось, что судьба свела с Валентиной Хасановой, поэтому... Работаем потихоньку. По вашему мнению, таланту нужно помогать или нужно обязательно сам? Обязательно нужно помогать. Вперед. Таланту, да, надо помогать. Всегда, везде, во всем, всячески. Бездарность, она сама пробьется. С кем из известных исполнителей вы хотели бы спеть в дуэте? Вот кого вы видите рядом с собой? Пока один я буду петь, пока один. Да не, ну много талантливых, интересных артистов, ну не знаю. Не знаю. Вот интересуется девушка, наверное, с далеко идущими планами. Свободно ли ваше сейчас сердце? Абсолютно. Абсолютно. Мария свободно. Из Ужгорода. Вот. Ужгород, слышите? Свободное сердце. У меня свободное сердце без оков, без всего. Без замков, да. Без засовов. А? Дети. Что дети? Дети? Детей нету. А, тем детей более. Нету. К сожалению, нет. Ну, ни семьи, ни детей. Welcome. Welcome дамы. To my world. Вопрос, а что вас вдохновляет? Тут тоже интересно. Вдохновляет, да. Как такового шаблона там или источника вдохновения его нет. Может вдохновить все, что угодно. Абсолютно все, что угодно. Как бы какая-то фраза, какие-то поступки, эмоции, события, истории человеческие, нечеловеческие. Ну, все, что угодно. Вы верующий или суеверный? Я верующий. Суеверные части. Я разный. А есть какие-то там фенечки, амулеты, заговоры? Пока нет. Я ношу крестик православный. Не надо. Ну, для творчества, для сцены. Ну, не знаю, время покажет. То есть пока не надо. Пока, наверное, нет. Ну, все течет, все меняется. Поэтому... Все будет хорошо. Вот уверен. По традиции мы предоставляем, если вам есть что сказать нашим зрителям, вашим фанатам. Да. Вы можете это сейчас воспользоваться моментом, рассказать все, что думаете. Да, хотелось бы просто пожелать всем здоровья, счастья, любви. Стремитесь к своим целям. Обязательно вы этого добьетесь, если этого сильно хотите, сильно желать. Любите мир. Мир обязательно вам ответит своей взаимностью. Счастливо, всего доброго, спасибо большое. И слушайте Сергея Осипенко. До новых встреч. До новых встреч. Что потом эта ночь долго помнилась.